Так, господа, значит, у кого нет парктроника, задней камеры на Ларгусе, вот, можно воспользоваться вот такой простой фигней, я себе сделал. Значит, парковочное зеркало, которое устанавливается внутри машины. Ну, вот, предположим, препятствие, вот эта лампа. Вот сейчас я включил лампу, вот положил ее, ну, где-то в сантиметров 50 от фаркопа машины, да? Ну, предположим, что эта лампочка будет препятствием нашей. Значит, как оно работает? Вот, смотрите. Садимся в машину. Сейчас мы включим зажигание, чтобы потух свет внутри салона, чтобы было видно. Ну вот, ну, предположим, мы задним ходом двигались, да? Поворачиваемся. Вот, видно. Вот так, может, лучше видно. Вот там в углу, в верхнем правом, я вот повернул голову и вижу в зеркале, которое стоит в верхнем правом углу задней двери, в верхнем левом углу задней двери, стоит зеркальце. И в него видно эту лампочку, то есть препятствие. Вот, сейчас оно находится на расстоянии сантиметров 50 от бампера. То есть, подъезжая задом к препятствию, в этом зеркале видно, как только препятствие появилось, значит, до него остается сантиметров 50. Вот, в принципе, вся приблуда. Вот, сейчас я покажу, как она выглядит внутри салона. Выходим. Свет включим. Ну, то есть, вот внутри салона, если так смотреть, вот оно установлено, и вот там видна лампа включенная в левом верхнем углу зеркала. Сейчас я дверь открою, будет лучше видно. Вот наша лампа, то есть имитирующая препятствие. Сейчас мы ее уберем. Вот. Ну. И, собственно говоря, где ставится это зеркало? Вот это зеркало ставится вот здесь. Вот. Оно крепится, не повреждая стекла, на край проема для стекла. В этом проеме, там, если присмотреться, там есть промежуток между стеклом и самой кромкой. Вот к этой кромке, вот на саморезе, на винтах, зажимается вот это зеркало. Вот так вот оно выглядит. Ну, то есть, вот из салона видно в этом зеркале часть препятствия. То есть, по нему можно, в принципе, парковаться, ориентироваться на какое-то препятствие. Если оно появляется в зеркале, в его обзоре, значит, до препятствия сантиметров 50. Вот, в принципе, вся фигнюшка.